Привет, сестер, моя родной, ну как дела? Зима дорогой, домой наверх, уж замела. А звезды падают над Кандагаром, лучом зари. И только мы, что я в Афгане, не говори. Обнаковенно. Так жартівливо любили у 80-х відповідати харківські дівчата на тривіальне «Як тебе звати?». Обнаковенна історія – вистава про юні долі, які не долюбили, не дознайомилися, не дожили. Бо тоді, у 80-х, у наше життя увійшов в Афганістан. З похоронками, цинковими гробами, зі сльозами матерів, сивих від горя. Он розказував мені страшній і непонятній війні на чужій землі. І я плакала вместе с ним. И успокаивала его и себя, он все время повторял, как заговоренный, за что? За что я должен их убивать? Это чужая война. И никто и никогда мне не победит. Я прижимала его голову к себе, он успокаивался и засыпал. Но спать он не мог. Каждую минуту он стонал, вздрагивал, кричал. Я тогда и понять не могла, что вот этот 19-летний мальчишка, еще совсем ребенок, по приказу должен убивать. И если он не будет убивать, убьют его. Обнаковенная история – спільний творчий проект харківського ТЮЗу та продюсерського центру «Міледі». Прем'єра спектаклю відбулася на сцені Харківського театру для дітей та юнацтва. Вот эти чувства, которые проходят сквозь весь спектакль, ощущения, чувства, человеческие характеры и боль тех персонажей, которые наши актеры проносят через весь спектакль, для зрителя это очень важно, потому что это вечные проблемы, вечные ценности. Я даже не ожидал, что я получу от спектакля столь такое приятное, положительное впечатление. Я тоже свое время, когда-то написал заявление, я хотел тоже служить в Афганистане. Но вот почему-то, значит, мне не дано было служить в Афганистане, я служил в Подмосковье, в стройбате. Но тем не менее, у меня очень много друзей, афганцев. Історія, яку розказали актори цього вечора на сцені ТЮЗу, дуже правдива. Вона бентежить серце, так оцінив роботу колег директор Харківського драматичного театру імені Пушкіна Сергій Бичко. Повествование как раз несет в себе те реальные события, это очень правдивая история, очень важная и нужная, мне кажется. Тем более, что она необыкновенно трогает. Я в нескольких местах у меня буквально наворачивались слезы. Честно сказать, как бы немножко даже себя подсдерживал для того, чтобы уж и вовсе не расплакаться и как бы так не выглядеть уж очень по-дамски. Там война! Там настоящая война! Там нас убивают! И я убиваю! Там настоящая война, понимаешь? Я понимаю все! Я все понимаю! Где? Ты в поезде! Ты в поезде! Слышишь? Все, тихо! Голова болит! Голова? Ты, наверное, от спиртного. Да не пью я. Молодец. А ты далеко едешь? Домой. Вот, домой. В отпуск. Вот молодец, в отпуск. Ты отдохнешь. Можно я еще посплю? Друга дія вистави переносить нас в зону АТО. Не буває гарної чи поганої війни, нагадує обнаковенна історія. Війна – це завжди страшно. Спектакль сделан для того, чтобы показать каждому зрителю, что никакой войны быть не может и не должно, не бывает ни хорошей, ни плохой. Войны не должно быть в принципе. Любой конфликт должен решаться не военным путем, любым путем, только не военным.